Здравствуйте, дорогие зрители. Сегодня 26 июня. Закончился запрет. И можно рыбачить на хариуса. Народу море. Не вижу пока что. Ловят. И это еще не весь народ. Еще прибудет. Ну, ждем. Погода отличная. Правда, видите, он рваные перистые облака. Ветер наверху. И ветер порывами будет до 5-6 метров в секунду. Но в целом замечательная погода. Сначала решил подняться в самую вершину хода обычного своего. Посмотрю, что будет здесь. Потом спущусь вниз. Там вот кто-то на лодочке стоит, умный, у острова. Подойдем, посмотрим. Итак, время 12:02. Сильно высоко подниматься не стал, потому что пока не вижу выходов. Решил сплавляться вниз. Потихонечку, не спеша, буду посматривать. Тут вот друзья в ВК пишут, на маленьких речках уже ловят неплохого хариуска. От воды холод. Ну, похоже, пока нигде ничего нет. Потому что по такой погоде выходы будет видно издалека. То есть в пределах острова я их точно увижу. А уж в начале тем более. Нет, пока тихо. Вода достаточно холодная еще. Заякорился. Пока ничего не видно, но сделаем парочку первых забросов. А потом подождем. Был я здесь день назад. Видел, что он вроде бы выходит, но выходил он не раньше 16 часов. Из-за того, что сегодня ветер, я взял снова сегодня Эхо Бейс 6 класса. Плавающий шнур. Крученый лидер. И пока что там оранжево-лапая ведьма. Потому что сейчас спущусь до острова, вернусь обратно и половлю вельца, если он есть под берегом. Ну что, время 14 часов. Вот сплавился почти к острову. И вот здесь вот увидел ниже один выход и выше. Пока больше не вижу повторов. А, вон он, видите где? Не добрался бы. Атаковал, но не взял. Вот и взял. Вот он первый. Конечно, мы его отпустим, если вытащим. Ну и хороший, похоже. Вот он первый. Так что сезон открыт. Ой, неплохой. Неплохой. И давай сюда. Вот какой красавец. Ловлю на ту же оранжевую лапу. Какое неудобоваримое имя я ей дал. Оранжево-лаповую нимфу. Ну, счастливо. Спасибо. И был еще один вот здесь вот внизу. Фух, спасибо, речка. Открытие состоялось. Вот немножечко я проплыл мимо хариусков. Да, он намного выше. А нет, вот он. Вон они, видите, кормятся. Но не крупные. Это не крупные. Ну вот, второй. Второй. Голодный.
так вот. Сошел. Сейчас не снял такую классную атаку. Ну просто. Тешится. Я под сак забыл. К дождю. Два, по-моему, не крупных. Сейчас посмотрим. Надо идти подсачек искать. Иначе без подсачка и рыбалка. Вот один. Да, атаковал. Ну и взял. Или я его зацепил слегка. Да, похоже, зацепил. Нужно двигаться дальше. Вот он. Ну нет, хорош. Хорош. Хорош, хорош. Хорош. День начала летнего сезона. Время 19:44. Первые выходы хариуса были около 14. Поймал я первого, отпустил. И пока этого первого ловил, было несколько выходов. Мористия, ниже. Ну, они единичные. Вышел и тишина. Такое ощущение, что он на месте еще не стоит, перемещается, только что подошел. Поэтому почти невозможно было его поймать. Спустился ниже. Там поймал 4 штуки, забрал. Одного упустил, потому что оставил около машины подсачек. И кто-то из рыбаков, лодочников, посчитал, что он ему нужнее и прихватил его. Когда вернулся, само собой подсачка не обнаружил. То есть эти 4 и один сход, это было в районе 15 часов. То есть это второй выход по времени. Было несколько пустых атак, и после этого он практически затих. Ближе к 17 я спускался снова на то место, где поймал 5 штук. Но там остались только мелкие. Вода очень такая прозрачная. Перепробовал кучу мушек. Он осторожно поднимается. Течение там не сильное, почти залив. Он осторожно поднимается, рассматривает мушку, разворачивается. Пару штук зацепил, но сошли. Такое открытие. Народ поразбежался уже достаточно давно, потому что, похоже, не клюет. Я буду ждать сегодня сумерек и темноты. Посмотрю, что будет. Если будет интересно, расскажу. Ну, следует заметить, что вот он затих, хариус, после 15:30. И я сегодня не вижу ельца вообще. Может быть, из-за того, что постоянно он стоит под берегом, кормится. А из-за того, что постоянно мотаются моторные лодки, создают волну прибойную. Там муть, волнение.
И он не любит муть, поэтому не стоит под берегом. Но его нет и в устье Балея, то есть вообще нет. Так что, возможно, что-то произошло в атмосфере или на реке. Потому что вот когда он клевал в 15 часов, по-моему, летела крупная поденка. И он ее неплохо ел. И, соответственно, очень хорошо ел Orange Leg Witch Dry Fly, то есть сухую мушку, оранжево-ногая ведьма. Надо переименовать. Сам с трудом выговариваю. Так что, если есть предложение, как ее назвать, пишите. То есть, брал на нее просто замечательно несколько поклевок. Самый крупный, который сошел, поклевка была просто фантастическая. Он взял ее там с брызгами. Ну вот, видно, из-за этого не зацепился только за щеку, за ус. Сошел. Без подсачка такую рыбу достать в лодку сложновато. Рыба в слизи вся, очень изворотливая. Как говорится, за неимением гербовой пишем на обычный. Решил попробовать тут ельца половить. Ту мушку, которая у меня отлично работала, я где-то потерял. Не нашел я ее. Тут что-то плавает. Мелкая пока, не вижу ничего. И очень мало, похоже. Да, вон он там, уже где начинается, на мысочке. Вот, видите какой? На мысочке. Взял и сошел. Красивый. До этого я кидал, я думал, что рыбачу на ночную ведьму, а рыбачил на ведьму с оранжевыми ножками.